Больше миллиарда рублей получит Северная Осетия на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4 миллионов человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января этого года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона.